41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ну, то же самое с палочки попробовать, только осторожно, чтобы самому себе и соседу там по затылку не давать. Причем этим движением можно, и опять же, то есть вот оно движение. Просто показываю начальник проводить. Положение верхней рамки. Я свожу руки, ну это еще крест делаю. И посмотрите, я вхожу в положение верхней рамки. И с этого положения я опять же могу там, допустим, работать там, да, раз, два, три, четыре. То есть сейчас мы будем отрабатывать этот же элемент, только уже с верхней рамки. Что нужно сделать? Вот так вот свести, прокрутить и сделать освобождение. Вот. Видно? Опять же, вот это идет сюда. Почему? Вот здесь вот это приоткрываю. Почему не? Еще медленнее, еще сюда, стоп-стоп, рука, да нет. Припадай. Вот сейчас полностью ты запрокидывай туда голову. Вот. Тебе нужно запрокинуть голову. Можно делать, посмотрите, не корень носом, можно вот этот элемент сделать. Но на первых порах сейчас скорость пока не убираем. Опять же, то есть можно уже конкретно, то есть вот ее, то есть сразу вторая рука не одной, а сразу вот исходное положение, а отсюда уже подрабатывать. То есть одна под цевьё, а другая приклад. И вот здесь я сделал сразу вращение, чтобы отсюда уже перейти к работе. То есть вот это. Опять же, посмотрите, теперь какой момент. Куда мне ему сейчас, кто скажет, куда нужно мне ему удар сейчас нанести палкой? А? Кто скажет, куда? А? Я сейчас буду наносить в голову, он голову будет защищать. Я ему сейчас по колено. А отсюда потом вот сейчас пойдет в голову. Так вот, вот вначале как бы здесь вошел. Отсюда перебрал. Здесь, опять же, теперь сразу же должен быть контроль, чтобы вот этой палки. Отсюда начинаю. Здесь работаю. Зашло там, да? Раз, ты встал, и вот ты не знаешь, что делать. Ты просто расслабь, вытяни отсюда, и отсюда ему там, допустим, дай. Сближение. Вот сейчас подчищаю руки. Допустим, что? Я вот сейчас подчистил руки, и вот на вот этом движении, на проходе, я ему просто вот сюда в затылок бью и иду, начинаю работать со вторым, с третьим. И на меня. Именно, то есть, так вот, теперь, в принципе, опять же. Вот так он делает. Дал ему посмотрите. Вот. Видно? Теперь сейчас обратно. Сейчас. То есть посмотрите, подрезаю. Опять же, здесь вошел, здесь чуть-чуть подчистил, здесь его забрал. Опять же, здесь все, вот. Опять же, здесь подчищаю, здесь вхожу. Теперь удар. Раз,
два. И выводи вторую. Бам. Раз, два. Раз, два, три. Еще раз. 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 Раз, два. Вот я так раз, и думал, что два. Так сейчас упал. Как он мне сейчас нанесет удар? Вот, вот. Как шаг он. Да, ну, как только. Шаг, да. Ты не дотянешься, я выбиваю. Куда? Теперь медленный шаг. Раз. 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 Опять же, без разницы. И вот эти вещи мы сейчас отрабатываем. Понятно? Есть вот сюда с уходом. С работой. Чуть в бок. Четыре, пять. Принял, пробил. Вытяжка. Смещение. Вот. Раз. Ну. Два, три, четыре, пять, шесть. Пять, шесть, семь, восемь. Вот сейчас тазом вот сюда отошел. Теперь смотрите, тазом вытаскиваю. Теперь посмотрите. Пошло движение. Скручиваю. Вот оно. Пошла работа. И вот теперь начинаю. Вот здесь свожу, вот сюда выбиваю. Отсюда вытягиваю. Слово. Посмотрите, вот сюда и вот сюда бью, а вот сюда вытягиваю. А здесь добиваю. А отсюда через рычаг работает. Смотрите, я вот здесь прихватил. Раз, два, три. В трех плоскостях наблюдайте, как я буду делать. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Посмотрите, вот он туда. И что я начинаю делать в проводе? Я начинаю накручивать вес тела на эту ногу. Живой нет. То есть, посмотрите, другая ситуация. И опять же, здесь выхожу. Теперь медленно. Выдох. 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 То есть слово. Я вот принял, чуть подсел, 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 подсел. Здесь. Идет как бы, да? И на Руси как было? Ни шагу назад. Только вперед. Вперед, 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 вперед. В грудь, в грудь. Только. Теперь смотрите. Вот я вот это уже показываю. Чуть-чуть еще видно. Посмотрите. И раз. Еще раз. Чтобы четко понимали. Я ушел. Я сюда. Сюда я дал. Еще раз посмотрите. Проходи. Да. Работаем. Влады, бей. Лицо. В лицо, по полной. Вот, по полной. Вот, веди, давай. Вот, как в жизни. Раз, вот он пошел, бой. Вот оно, пошло. Вот оно, понеслось. Давай, реально. Реально работай. Давай, все, давай. Давай, пошло. Вот, за родину, за Сталина, все, давай. Все, все, все. Вот, давай. Вот это, допустим, пошло. И вот тут здесь, туда, на лицо и на лицо садись. Опять же, как бы, раз, два, три. А пока попадаю, здесь смотри, если ты это будешь.